Во-первых, в видеоролике я хочу разыграть данную авапку за 500 рублей, условия максимально просты, досмотреть ролик до конца и поставить лайк. Все, больше ничего. Итоги в следующем видеоролике. Всем удачи. Здорово, чувачки, с вами Заспа. В сегодняшнем видеоролике мы залетаем на сайтик под названием Fireskin. На балансе у меня, парни, да, 50 тысяч рублей. Не удивляйтесь, потому что в сегодняшнем видеоролике мы будем открывать 100 ножевых кейсов, парни, да, 100 ножевых кейсов по 19 тысяч рублей. Приколитесь? Ну, я надеюсь, что у нас получится так, по крайней мере. Потому что, парни, в сегодняшнем ролике мы будем открывать 100 ножевых кейсов по вот этих, по 4500. Блин, очень надеюсь, что нам реально что-то выдаст, пацаны. Кстати, пополнялся своим личным промокодиком. ЗАСП 49% пополнения баланса дает. Допустим, 1000 рублей кидаете. ЗАСП просто, вот ЗАСП. ЗАСП вводите, 1000 рублей пишите сюда. 1500 приходит на баланс. 500 рублей абсолютно халяв. Также при пополнении от 200 рублей 2 скина халявных, рандомных. Ножи, перчатки, там ширпотреб. Просто зависит от вашей удачи, пацаны. Ссылочку на сайт и свой личный промокод я оставлю в первом закрепленном комментарии. Заходите, играйте тоже со мной. Ладно, короче, чё, пацаны? Чё, пацаны, аниме? Погнали, пооткрываем эти ножевые кейсы уже. Посмотрим, чё кого выдает, не выдает. 4500. Давайте, наверное, штучки. Не, давайте по одной. Чё, тоже мажор дофига по несколько крутить. Блин, хочется каких-то, не знаю, вкусных уже ножей половить. Я тут половил, уже посидел. И падает, кстати, с первого ножа, с первого кейса падает хороший нож. Пятнашка, парни, отлично, хороший, очень хороший нож. Но хотелось бы, конечно... Ну, кстати, парни, не только ножи лежат на самом-то деле. Вы там видите верхушку вкусненькую, а айсберг, оказывается, это. Потому что нам падает сейчас... Чего, блядь? Ну, кстати, в два раза окупил. Не так много, но окупил. Хорошо. Мы пришли здесь за хорошим ножом по типу устной. А типа ширпотреб здесь падать будет. Ну, кстати, ножи X2 падают как-то. Вы не смотрите то, что ебать, ему ножи себе, пацаны, кейс стоит 5 тысяч рублей. Я окупаюсь на 4 тысячи X2, считай. Открой кейс, там другой за 100 рублей, типа 200, считай, одно и то же открыл. Вот опять. Типа я не считаю это каким-то прям жестким окупом, но... Ну, нормально, пойдет. Кстати, ни одной реально пушки не выпало. На стриме открывал этот кейс, падали только пушки. Типа там один нож, дай бог, выпал. Опять. Чего, блядь? Я, походу, нашел самый окупаемый кейс 2020. В 55-м году, на несколько лет вперед, открыли кейс. КД, парни, ремап. Блять, что такое? А что за хуйня? Типа, у чипов кончились скины, они решили навахами отдавать. Ну, навах 8000 рублей на 3,5 тысячи окупает, получается. Ну, 4 там. Опа! А это дорогой нож. Ебать! Блядь, чуваки. Тише, пацаны, только никому про этот кейс. Это будет наш с вами кейс, который жестко выдает. Бро, сатрековские ножи, правда, падают? Неликвидные. Да ну нахуй. Да ну нахуй, блядь. Чё нахуй? Пацаны. Пацаны, приспустите штаны. Пацаны. 26 тысяч рублей. Охуеть. 13 у нас остается еще на 2. Блядь, чего, блядь? Смотри, пацаны, за мат, но я просто, типа, ожидал... Сайт ебанулся? Вопрос, сайт ты ебанутый? Ну, 50 тысяч депозит, конечно, если у меня сейчас 100 плюсом. Ага, все, 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 понял. Вот, вот что будет. Чё, блять? А чё с сайтом? А почему какая-то хуйня стоит 2000 рублей? Ладно. Да ну нахуй, блять. Охуеть. Ну я все, кроме этого ножа, по-любому продаю. Потому что этот нож я буду 100% выводить. Это просто отбил мой депозит. И сейчас еще с этих кейсов мы сколько с вами выведем, пацаны. Блядь, ебать. Очуметь, парни. Не-не-не, пацаны. Это жестко. Это жестко. Сколько? 100. Блядь, 120. Чего, подожди, дай обновлю. 127 кусков плюс нос. Плюс нож за 50-ку, парни. Пиздец. Я 50 депнул, x3 уже. Ладно, поехали дальше. Поехали. То я спокоен. Лежит нож в интере, который отбивает наш депозит. Плюс сейчас еще нападает скинов. Нападает же. Ну все, вот-вот, пожалуйста, пацаны, ебать. Что происходит? А, ну 7500, ладно. Давайте по 5 будем открывать, 22500, чтобы ускорить немножко ролик. Бля, пацаны, пожалуйста, не завидуйте только, я вас прошу, пацаны, ну, пожалуйста. Ну, бейс, ну, вот, вот, вот.
Ну, кстати, на тренажку тоже выпало. Плюс-минус нормально пойдет. Давайте, наверное, не будем, давайте по два. Походу, когда толпой открываешь, падает херня. Ну ладно. Да даже если сейчас ничего не выпадет, я заберу просто тут ножик и все. Ну блин, алло, броу. Ну подожди, ну не скай. Ну дай еще порадоваться. Ну все, порадовались и хватит. Ладно, 4500, давайте по одному будем, походу, рабочую тактику открывать по одному кейсу. Бро, what are you doing? Ну-ка, 10, в основном, 45. Ну, один нож есть, 29, блядь, ну. В основном. Чё-то пацаны, походу, прочухал сайтик нашей махинации. Ну, кстати, 21. А чё, больше мне денег не хватает? Не может быть, что так быстро слил кэш. 74 тысячи, о, бро. Погнали по одному кейсику долбить. Наверное, сейчас будет просто, наверное, логично открыть два кейса по 30 тысяч рублей, не? Просто, мне кажется, уже все. Вы, все соки выжили из этого кейса. Как будто, не? Как будто быстро открыть. Давайте до первого ножа. О, оставляем. Оставляем. 9 тысяч тысячки. Оставляем. Продаем. Оставляем. Оставляем, чё? Блять. Что нахуй? 6 тысяч береты? А, это из чоп-чопа, да, я понял, почему это. Просто сидишь, тычешь, типа, ну, на работу не ходишь, сидишь, тычешь. Нормально. Кайфуешь от жизни? Пиздец, это вообще, не-не-не, парни. Может, баг какой-то, хз? Сколько это денег? Ебать ножей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Бля, пацаны, а почему мне это все просто не, ну, не вывести? 200 тысяч рублей, парни. 200 нахуй тысяч рублей. 16 ножей, парни, на сумму 200 тысяч рублей. 200... Парни, получается, мы забираем 16 ножей на сумму 200 тысяч рублей. Вот этот пиздец, какой хуя нож, я буду с ним бегать. А при задебов при этом 50. Открывай кейс по 4500, пацаны. Охуеть. Парни, ссылочку на сайт и мой личный промокодик я оставлю в первом закрепленном комментарии. Не знаю, давайте сделаем этот кейс нашим. Это будет наш кейс с нашей этой баганностью какой-то. Ладно, пацаны. Всем спасибо за просмотр. С вами был Заспа. Охуеть, я сегодня ушел просто в 4 раза плюс. Я в шоке, у меня руки трясутся без рофа. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.